большую машину собрать. Много деталей нужно отыскать. Леве с друзьями помочь можешь ты. Вместе мы команда мечты. Эй, Лева, смотри! Колесо, бампер, мотор, шасси! Фары и русский к нам висит. Лева! Грузовичок Лева. Грузовичок Лёва и его друзья играют в футбол. Удар по воротам. Лёва отбивает. Мяч у капу. Удар. Ой! Мячик застрял на дереве. Высоко. Даже капу не может дотянуться. А если потрясти дерево? Осторожнее, робот! Ой! И так не получается. Лёва, что ты привез? Это детали новой машины, которая называется подъемник. Собирай его быстрее. Желтое шасси, красная кнопка и две зеленые детали. Четыре колеса. Два с одной стороны и два с другой. Платформа для кресел. Два кресла. Руль. Фары. Решетка радиатора. Бампер. Механизм, который будет раздвигаться и поднимать вверх металлическую платформу. Да, вот так. А где же сама платформа, Лёва? Поищешь её? А, Лёва что-то нашел. Ой, на этой платформе стоять неудобно. А сюда можешь заехать? Ой, эта платформа опасная. Смотри, у этой платформы бортики. С нее никто не упадет. Погрузчик собран. Можно доставать мяч. Робот поднимается выше дерева. Получилось! Эй, вы куда? Давайте опустим платформу, чтобы синий робот смог спуститься. Вы его чуть не забыли.
Извини, пожалуйста, не обижайся. Сейчас мы тебя опустим. Поехали играть в футбол. Мяч у красного робота. Удар. Лёва, ты отличный вратарь. Большую машину собрать, много деталей нужно отыскать. Лёве с друзьями помочь можешь ты, вместе мы команда мечты. Эй, Лёва, смотри! Колесо, бампер, мотор, шасси! Фары и рускарик нам вези. Лёва! Лёва! Грузовичок Лёва. Роботы на детской площадке играют в колечки от пирамидки. Осторожно, робот! Это колечко большое и очень тяжелое. Два робота прикатили большое синее колечко. Да, как же их поднять и поставить друг на друга? Попробуйте все вместе. Ой, фиолетовый робот застрял. Помогите ему выбраться. Тяните аккуратнее. Не получается. Грузик, помогай. Ура! Получилось! Как же нам собрать все эти колечки? Нам нужен подъемный кран. Его соберет грузовичок Лёва. Одна деталь упала на дорогу у моста. Это крюк. Здравствуй, Лёва. Мы тебя ждали. Пора собирать подъемный кран. Шасси, кабина, платформа для стрелы, крылья и бензобак. Четыре опоры. Колеса. Один, два, три, четыре. А это стрела. О, Лёва, крюка не хватает. Ты потерял его по дороге. Приведешь его нам? Ага. Ты помнишь, где Лёва потерял крюк? За деревьями его нет. И тут тоже. Вспоминай, где Лёва уронил крюк? Да, на дороге около моста. Клади крюк в кузов, Лёва.
Прикрепим кран к стреле. Ура! Получилось! Кран может собирать пирамидку. Опускаем синее колечко на фиолетовое. Следующее колечко – красное. Желтое колечко. И зеленое на самый верх пирамидки. Все колечки на месте. Отличная работа, подъемный кран. Молодец, грузовичок Лёва. Чтобы большую машину собрать, много деталей нужно отыскать. Лёве с друзьями помочь можешь ты, вместе мы команда мечты. Эй-эй-эй, Лёва, смотри! Колесо, бампер, мотор, шасси! Фары и русская к нам висит. Лёва! Лёва! Грузовичок Лёва. Наступила осень. На яблонях созрели вкусные сочные яблоки. Время собирать урожай. Смотри, погрузчик грузик привез еще один пустой ящик. Роботы помогают ему собирать яблоки. Аккуратно! Ой! Огромная гора яблок! Много получилось! Грузику столько не увезти. Привет, Лёва! У нас целый прицеп яблок! Чтобы его увезти, нужен трактор. Начнем. К шасси прикрепим ось для передних колес. Установим мотор. Два крыла, они будут над задними колесами. Четыре колеса, передние и задние. Руль. Переключатель передач. Сиденье для водителя. Фары. Почти готово. Чего нам не хватает? У трактора впереди должна быть большая выхлопная труба. Вот место для нее. Лёва, поищешь? Ага. Ого! Сколько разных труб нашел Лёва. Это похоже на трубу от трактора. Нет, это труба теплохода. А это? Тоже нет. Это выхлопная труба автомобиля. Вот синяя выхлопная труба, которая нам нужна. Бери ее с собой, Лёва.
Устанавливаем трубу. Трактор может работать. Ура! Прицеп с яблоками едет к Лёве домой. Машинки смогут варить варенье и печь яблочные пироги. Или просто есть яблоки. Они очень вкусные и полезные. Ой! Чтобы большую машину собрать, много деталей нужно отыскать. Лёве с друзьями помочь можешь ты, вместе мы команда мечты. Эй-эй-эй, Лёва, смотри! Колесо, бампер, мотор, шасси! Фары и руль скорей к нам вези. Лёва! Лёва! Грузовичок Лёва. Это магазин погрузчика Грузика. Ой, мусорный бак за магазином переполнен. Робот, сюда больше нельзя выкидывать мусор. Он вываливается из бака. Что делать? Как нам разгрузить контейнер? Грузовичок Лёва едет. Он-то точно знает, какая машина может вывести мусор. Сегодня Лёва будет собирать мусоровоз. Шасси. Кабина. Фары. Бампер. Крылья, под которыми будут передние колеса. Зеркала. Красные бензобаки. Четыре колеса. Крылья над задними колесами. Все детали мы соединили. Ой, а куда же выкидывать мусор? Нужно найти кузов. Кажется, нашли. Давай выбирать. Цистерна бензовоза подойдет? Нет. А барабан бетономешалки? Конечно, нет. Вот кузов для мусоровоза. Это то, что нам нужно. Лёва, вези его на место. Мусоровоз готов к работе. Пора освободить контейнер. Получилось. Теперь в контейнер можно снова выкидывать мусор.
Лёва, ты набрал полный кузов. Аккуратно высыпай мусор в контейнер. Роботы, теперь вы. Мусоровоз за работу. Около магазина грузика всегда будет чисто. Молодец, грузовичок Лёва. Чтобы большую машину собрать, много деталей нужно отыскать. Лёве с друзьями помочь можешь ты, вместе мы команда мечты. Эй, Лёва, смотри! Колесо, бампер, мотор, шасси! Фары и рускай к нам вези. Лёва! Грузовичок Лёва. Маленькие машинки быстро едут по дороге. Ой, лужа! На такой мокрой дороге можно поскользнуться. Ай, осторожнее! Лёва! А? Желтая машинка застряла и не может выбраться. Ты ей поможешь? Ага. Чтобы вытащить машинку, нужно собрать эвакуатор. За работу, Лёва! К шасси прикрепим платформу для кабины. Установим два сиденья. Это руль и панель управления. Кабина. Фары. Передний бампер. Четыре колеса. Крылья. И красная платформа. На ней будут стоять стрела и крюк, которыми эвакуатор вытащит машинку. Но где же стрела и крюк? Лёва, надо их поискать. Крюк здесь. Клади его в кузов. А стрела под горкой. Да, это она. Устанавливаем стрелу с лебедкой и прикрепляем крюк к тросу. Молодец, Лёва! Смотри, эвакуатор такой сильный! Он даже Лёву может увести. Машинка!
Сейчас мы тебя вытащим. Эвакуатор опускает крюк. Цепляйся. Вот так. Вытащили. Ой, машинка! Какая ты грязная! Проводим ее на автомойку. Теперь мыться. А потом можно кататься дальше. Но в этот раз будь осторожнее.